До нашої студії завітав Фелікс Бушуєв, співробітник Науково-дослідницького інституту Миколаївська астрономічна обсерваторія. Доброго вам ранку. Дякую, що знайшли час, що ми вас від спостерігання за зоряним небом одразу до нашої ранкової студії. Тобто ви сказали, що за зоряним небом вночі. Щойно, скажімо так, прояснилося і одразу до нас завітали. Так, 4 жовтня – це непроста дата, а дуже цікава для астрономів. Чим саме? Розкажіть. Безусловно, збилася мечта фантастів, таких як Жюль Верн, який хотів відправити із пушки на Луну жителей нашої землі. Конечно, это было не совсем реально, потому что ускорение, возникающее при этом, могло погубить людей. Эту мечту осуществили в 57 году, 4 октября. Весь мир увидел аншлаги в газетах первого искусственного спутника Земли, запущенного в тогдашней России. И, конечно, этот день стал такой знаковой вехой. Был какой-то энтузиазм, понимаете, в газетах пестрели не только фотографии спутника, но были списки городов, через которые пролетал этот спутник. И вечером, когда появлялся на орбите этот объект, люди кричали «Слава советской науке! Слава вообще науке!» И можно это было реально слышать, то есть это был настоящий праздник. Спустя некоторое время был запущен второй спутник, запущена собака Лайка, третий спутник. Вот это все настолько поднимало энтузиазм людей, то есть вот развитие космической области пошло, финансирование дополнительное. И вы знаете, это дало эффект очень большой. Конечно, когда Гагарин был, так сказать, направлен в космос, Луи Армстронг сел на Луну, то есть вот эти события, они были очень знаковыми. Почему это все происходит? Я вас перебью, какие космические події сегодня поднимают этот энтузиазм минулих років, про які вы говорите зараз? Вы знаете, очень много сейчас идет разговоров о Марсе. Потому что Марс сейчас является такой очень важным объектом, и даже есть добровольцы, такие как, например, Катерина Ильинская, которая уже даже готовится к полету на Марс. Уже, я знаю, черга навіть є. Ну, что? Черга уже є, кто хочет відвідати. Да, конечно, конечно. Ну, вы понимаете, у нас у человечества должна быть мечта. В принципе, наша Земля – это общий всех для нас огромный космический корабль, который летит с огромной скоростью в космосе. Наша скорость сейчас 30 километров за одну секунду. То есть мы путешествуем, как в огромной такой маршрутке. 7 миллиардов человек летят в космосе. И надо это как-то понимать, и надо знать, куда мы летим. Ведь космос – это не только красивые звезды, кометы, это еще и большая опасность. Потому что в космосе нас подстерегает очень много опасностей. Космонавты, конечно, настоящие герои, потому что отправиться в космос – это огромный риск. Ведь все-таки 26 космонавтов, к сожалению, у нас погибли в космосе. Вот, и более 260 побывали на орбите. Вот. Наша Земля тоже периодически испытывает опасности. Ну вот не так недавно, вы знаете историю с Челябинским метеоритом, так, когда 16-метровый огромный камень рухнул. Но он не рухнул, а взорвавшись в воздухе, он создал взрывную волну, которая вышибла практически все стекла в Челябинске. Было ранено более 1000 человек. То есть космос напомнил о себе. То есть эта среда достаточно жестокая, и, конечно, надо это учитывать, и над этим надо работать. И работают действительно над этим ученые всего мира. Астрономы объединены в Международный астрономический союз, который вот координирует работу астрономов, планирует запуски и так далее. То есть вот такая ситуация, она вот сейчас, в настоящее время. Ну, наиболее перспективно это, в частности, чем занимается вот наша обсерватория. Угу. Кстати, к чести нашего города, у нас старейшая обсерватория в городе, основанная в 1821 году, то есть уже ей вот 198 лет. И она имеет очень давнишнюю историю, начавшуюся с адмирала Грейга, который ее основал, первого директора Карла Кноры. Все эти люди были очень знамениты в Николаеве. Вы знаете, даже Грейгу был памятник поставлен, а Кноры дослужился до чина вице-адмирала благодаря своим заслугам. Мы как-то стараемся продолжать. У нас вот в обсерватории есть галерея портретов
там представлені всі наші знамениті астрономи. Тобто можна завітати в обсерваторію і поринути в цю атмосферу історії? Звісно, звісно. Обсерваторію посещает дуже багато. Ми стараємося, звісно, привлечь і школьників, і студентів. Яким саме чином ви намагаєтеся? Тому що, будемо відвертими, в деякий період інтерес до астрономії в шкільній програмі дещо зник. Як зараз привернути увагу школярів і дітей знову до... Я думаю, це вже переломлено. Програма вже... Тобто все по-іншому зараз знову, да, так? Ну, навіть от вже в 10 класі школьники повинні, наприклад, вміти розрахувати першу космічну скорість. Скорость, которую должен приобрести объект для того, чтобы выйти на орбиту. Вот простейшие расчеты, так сказать, которые нужны. Хотя они были очень важны. У истоков стоит Циолковский, ну, известные очень люди. Сейчас это очень важная наука, очень важная. И, конечно, изучение астрономии, оно расширяет, во-первых, наш уровень, наш кругозор. Мы как бы не замыкаемся только на Земле. Мы должны все-таки себя чувствовать путешественниками космическими. Понимаете, это уже развивается космический туризм. Уже есть запуски таких, ну, гражданских, что ли, лиц в космос. И... Ну, то есть... а вы верите в то, что это через декілька, ну, не декілька, через певну кількість років уже будет нормально, что если ты там маєш кошти, здоров'я, ти зібрався і полетів в повному своєму розумінні обсязі у космос. Я вже уявляю. Ви, як астроном, вірите, можете це спрогнозувати чи ні? Знаете, от на вашу думку. В отношении веры, вот нас окружает с вами 150 миллиардов звезд. Таких, как, ну, вот в наших, только в нашей галактике. Самих галактик тоже оценивается как примерно 150 миллиардов. Это гигантское количество небесных тел, окружающих нас. Мы всего лишь маленькая песчиночка. И вот если вы бываете на пляже и видите горочки желтенького песка, то вот представьте себе количество звезд примерно такое же, как количество песчинок на пляже. И, безусловно, существует не просто вера, существует уверенность. Есть такая наука, как теория вероятности, которая говорит, что обнаруженные в настоящее время более 1000 планет, похожих на нашу Землю, могут бы иметь разумные, так сказать, цивилизации. Так, навіть это... выпускали гипотезу, что есть там галактика, еще одна планета, где такие сами люди, как мы, в нашем таком выгляде, амплуа. Тобто, ну, это, возможно, что навіть и есть правдой, так? Я думаю, что фантастика всегда сбывается. Вы знаете, как сбылась фантастика с «Титаником», книги, которая была написана более двух лет, ранее двух лет, чем произошла гибель. Сбылись мечты того же Жюль Верна о путешествии в космос, Циолковского. То есть мы с вами имеем дело, ну, как бы вот такое прогнозирование будущего. И я вполне надеюсь, что мы не единственные во Вселенной. Вот, что могут существовать разумные существа, которые могут быть больше по нашему развитию, которые могут принести нам в случае возникновения контакта, ну, какую-то большую пользу. Або ні. А от, зокрема, таке, з якими астрономічними помилками сьогодні найчастіше стикаються люди? От, от такі якісь астрономічні неправильності, скажімо так. А, ну, существует очень много, конечно, сообщений, допустим, или там мнений в интернете. Сейчас YouTube буквально заполнен космической темой. Да. Это и пришельцы, это и опасность контактов, это и страшные всякие похищения. То есть такого действительно очень много. Но реально не совсем это так. Дело в том, что даже если такие существуют цивилизации, они находятся от нас очень далеко. И, к примеру, для того, чтобы добраться нам до ближайшей хотя бы звезды, на наших ракетах современных потребовалось бы 25 тысяч лет. Световых? Нет, именно вот наши. Лететь в космосе на наших ракетах, которые сейчас. А единственная надежда – это осуществить радиоконтакт. Понимаете, радиоволны летят со скоростью света, это 300 тысяч километров в секунду. Поэтому все-таки сигнал из ближайших звезд приходит. Приходит к нам ну, через 4 года. Вот. Но для сравнения, например, можно послать смс-шку космонавту на Луну, она придет всего лишь за 1,5 секунды. Космонавтам, которые будут на Марсе, сигнал будет приходить за 15 минут.
все-таки задержка радиосигнала существует. То есть это ограничивает вот возможности контакта. Но это не значит, что в космосе нет маяков. Не значит, что передается какая-то информация, допустим, с помощью радиоканалов. Возможно, существуют какие-то лазерные каналы, еще что-то другое. Есть международные программы SETI, которые этим занимаются. Но, конечно, вот вы правильно сказали, что есть много и, так сказать, вот такой фантастики, можно так сказать, в хорошем смысле слова. Вот, ну, пока реально мы, так сказать, не видели в студии ни одного инопланетянина. Но я думаю, что когда-то мы сможем посмотреть, допустим, але телевізійну передачу. Але є багато різноманітних статей про те, що в небі перелетіло над Миколаєвом. 4 червня цього року начебто зафіксували в небі непознаний літаючий об'єкт. Ви знаєте, у мене був случай. Я после экскурсии сидел вечером на лавочке, отдыхал, и вдруг я вижу, что по небу движется объект. Ой, меня охватил, так сказать, я быстро побежал за своим огромным биноклем, вытащил его. Каково же было мое удивление, когда я увидел обычный китайский фонарик. Вот, понимаете, поэтому, конечно, очень много объектов наблюдается. И Международная космическая станция, она имеет размер 90 метров и выглядит, когда мы на нее смотрим, как очень яркое небесное тело, перемещающееся. Вот, конечно, в интернете много есть и летающие тарелки, и фотографии их. Ну, я не могу быть сейчас таким третейским судьем, потому что если бы я лично встретился с инопланетянами или, допустим, на нашу территорию села бы летающая тарелка, и мне пришлось бы пообщаться, то это, конечно, я не знаю, остался ли я жив после этого. Но мечта, вы знаете, вот фантастика сбывается, я еще раз хочу сказать. Поэтому не исключено, что многие фантастические вещи, они сбудутся в ближайшее время. Маємо до вас ще запитання від телеглядачів, маємо до вас запитання. Зокрема, Віктор Грудовий запитує, чи правда, що існує так звана чорна діра в центрі нашого космосу, нашої галактики? Безусловно, сейчас ученые, так сказать, уже очень доказательно доказали эту гипотезу. Это нормальное физическое явление, которое возникает в результате гравитации. То есть мы пока еще, конечно, не знаем всего и голову наотрез не даем. Но вы знаете, что все тела притягиваются друг к другу. Мы с вами не можем оторваться от Земли, понимаете? Мы как магнитом держимся, но мы держимся не магнетизмом, а гравитацией. Вот именно гравитация является тем, что позволяет, допустим, звезде, которая постепенно остыла, у нее нет раздвигающих звезду сил, она может начать в какой-то период коллапсировать, то есть ее начнет сжимать силами притяжения. И вот огромная звезда радиусом, допустим, как наше Солнце, 600 тысяч километров, она, в принципе, может сколлапсировать до объектов всего лишь 15 километров. При этом образуются так называемые нейтронные звезды. Вот. То есть жизнь звезд тоже меняется за миллиарды лет, она вот протекает таким образом. И вот нейтронные звезды – это вполне реальные вещи. При этом вот сколлапсировавшаяся звезда будет вращаться очень быстро, примерно один раз в секунду. Вот сейчас Солнце наше поворачивается за 36 суток вокруг оси, а при коллапсе, допустим, оно, подобное Солнцу, не наше Солнце. Солнце мы вряд ли дождемся. Но звезды, которые пережили вот этот период, будут вращаться со скоростью один раз в секунду. При этом они могут даже посылать какие-то импульсы, которые вот были приняты в свое время за сигналы разумных цивилизаций. На самом деле это оказалось следствие вращения нейтронных звезд. Вот. А дальше что происходит? Если звезда очень большая, она как бы еще больше сжимается и уходит в сингулярность. То есть она образует так называемую чорну діру. Маса чорних дір огромна. Да. Я не так цікавилася цим всім. Зараз так і цікаво. Але школярі сьогодні цікавляться. Дуже багато екскурсій. Давайте повернемося до нашої Миколаївської. А як же ж чорна діра? Якраз дійшли до піку самого. Ви ще не повіли про чорну діру. Якраз сам пік. Чорна діра. Ви знаєте, чорна діра має масу, сравнимую з масою всіх зірок, і знаходиться чорна діра в центрі нашей галактики. То есть вот эти 150 миллиардов звезд, которые нас окружают, они удерживаются тяготением вот этой черной дыры. То есть в ней сосредоточена масса огромного количества звезд, которые были черной дырой поглощены.
То есть она способна поглотить звезды так же легко, как лягушка комаров, понимаете? И есть черные дыры разного размера, они есть меньше, больше, но есть и огромные черные дыры. Такой эффект существует. Их, давайте коротенько, так чи ні? Їх варто боятися чи ні, чорних дір? Ну, наше Сонце знаходиться достатньо далеко від центру галактики, тому нам не угрожає окунутися в чорну діру. Вот. Но, тем не менее, это такое вот страшное. Подружуючи в космосе, краще близко не підлітати. Вы знаете, с другой стороны, очень много, это же физически очень интересно, потому что в черной дыре по теории относительности должно остановиться время, измениться все физические свойства. Есть идея о том, что через черные дыры можно переселиться в другую вселенную. Угу. То есть такие гипотезы есть. Вот, ну, пока еще никто не рисковал, конечно, но существование черных дыр официально доказано. В общем-то, со времен Эйнштейна это все теория относительности. Я думаю, що ми відповідь задовольнили. Все ж таки, коротенько, дуже мало часу про нашу Миколаївську обсерваторію. Давайте ще до тижня космосу закликати дітей, школярів на екскурсії. Ну і безумовно, і дорослих. І так не лише, так, мабуть, на є на що космосу, подивитися, так? Вам є що там безумовно розказати. Безусловно, ну хоча б іноді потрібно посещати обсерваторію, особливо в такі такие дни, когда хорошо видны небесные тела. Вот в настоящее время виден Сатурн, с кольцом Сатурна. С удовольствием люди видят вживую, действительно, эту далекую планету. Видят Юпитер с четырьмя спутниками. Ну вот в ближайшую неделю, например, будет, если погода позволит, то можно, конечно, смотреть Луну. И что, на месяце, да, на Луне мы побачим вот эти кратеры все, что там. Ну, телескоп есть, имеет, да, увеличение у нас, которое мы показываем, до 300 раз. То есть мы видим огромную Луну, кратеры на Луне. То есть мы можем вживую почувствовать, что это все не сказки. Снимаешь, да, на камеру, и можно побачити образы этих кратеров, то я уявляю, прям, что можно побачити. Многие люди приносят мобильные телефоны и фотографируют прямо эти небесные тела, потом показывают своим знакомым, родственникам, и они к нам приходят. Так что, пожалуйста, приходите, экскурсии мы проводим вечером. Ну, обычно это где-то начиная с 6 часов вечера, с 7, сейчас вот зимой. Мабуть, я думаю, что что-то интересное вы увидите, тем более, что посещение обсерватории – это окунание, ну, начала 19 века. Обсерваторию посещало очень много известных людей, в том числе Александр Пушкин, Владимир Даль. Вообще элита нашего города, она присутствовала в обсерватории, поэтому портреты, которые у нас висят, строго на нас так смотрят, ну, мысленно они нам помогают работать. То есть все это есть смысл посмотреть. Астрономические часы, телескопы, живую, так сказать, покрутить ручки телескопов, вот мы позволяем это делать. Краще це один раз прийти подивитися, ви зацікавили, як могли, отож приходьте до Миколаївської обсерваторії, ми вам щиро дякуємо, вітаємо вас з освітнім тижнем космосу, бажаємо, щоб він у вас прийшов на ура. Нагадаємо нашим глядачам, що в нашій студії був Фелікс Бушуй, науковий співробітник Миколаївської обсерваторії.